«Северэлектро» производит реконструкцию высоковольтной линии Орталыш-Стрельниковой в Аламединском районе. Эта линия обеспечивает электроснабжение в 8 селах. Ее протяженность 10 километров. Планируется заменить 9 километров проводов. В результате реконструкции ЛЭП улучшится электроснабжение населенных пунктов и сократятся потери электричества. О ходе работ на высоковольтной линии Орталыш-Стрельникова расскажет Екатерина Токамбаева. Электромонтеры высоковольтной службы сегодня с самого утра трудятся в селе Арашан. Здесь меняют старые провода. Их эксплуатационный срок закончился еще 25 лет назад. Перекладка провода, значит, мы провод выкладываем в блочки, потом по нему будем тянуть провод, чтобы провод плавно по ролику перепускался. Следующий этап — мы на анкерных опорах отпускаем провод, старый провод отцепляем. И по старому проводу за него тянем, вытягиваем новый. Замена проводов произойдет и в других селах Аламидунского района. Если быть точнее, то предстоит реконструировать почти всю высоковольтную линию Орто-Алыш-Стрельникова. Она обеспечивает электричеством 8 сел. Планируется заменить 9 километров проводов. Сечение провода, он допускает больше напряжения. Меняем из-за того, что повышается нагрузка. Вместе с проводами энергетики меняют и фарфоровые изоляторы. Вместо них будут установлены стеклянные, которые гораздо проще и экономичнее в использовании. Ведь когда стеклянный изолятор выходит из строя, это видно невооруженным взглядом, в то время как негодность фарфорового прибора определяется только в результате испытаний под напряжением. Стоимость данного вот сейчас в этом году запланирован вот Орталыш-Стрельниковой на 3 700 000 суммы. И сейчас в данный момент вот производится замена провода, замена цепных арматур. И в целом на 9 километров. Активная подготовка энергосектора к зимнему сезону идет по всей республике. Сейчас работы выполнены на 90%, но до конца месяца будет сделано все, что запланировано. Екатерина Токамбаева, Бактыбек Мамацаев, «Пирамида».